Здравствуйте! В эфире программы «7 дней истории». Сегодня мы говорим о европейской истории нового времени. Меня зовут Ольга Сапрыкина. Тема сегодняшнего выпуска – Оноре Габриэль Рикерти, граф де Мирабо. Французская революция 1789-94 годов стала, пожалуй, одним из наиболее ярких событий европейской истории нового времени. Она породила плеяду талантливых, но неоднозначных личностей, к числу которых принадлежит граф Оноре де Мирабо. Это был аристократ, отверженный своим сословием и ставший безусловным лидером третьего сословия, то есть буржуазии Франции. Он говорил с аристократией от имени народа, чья любовь к нему была безгранична. Оноре родился в 1749 году на юге Франции в замке Биньон и стал старшим из 11 детей маркиза Виктора де Мирабо, просвещеннейшего человека своего времени. Виктор де Мирабо был представителем учения физиократов, такого направления политэкономии, которое признавало сельское хозяйство основой всей экономики государства. Супруги Мирабо ненавидели друг друга и вели бесконечные имущественные тяжбы. Их первенец появился на свет очень болезненным, с искривленной ногой, а в 3 года чуть не умер от оспы. Следы от этой болезни на его лице компенсировались красивыми глазами и необычайной выразительностью лица. Мальчик был умным, способным, испытывал тягу к учению и упорно трудился, что вызывало восхищение его домашних наставников и учителей военных школ в Версале и Париже. Однако совершенно по-другому характеризовал сына его собственный отец. Виктор де Мирабо говорил об Оноре как о чудовище в моральном и физическом отношении. Даже службу в полку Оноре пришлось начать под именем Пьера Буфьера, потому что его отец считал, что фамилию Мирабо надо еще заслужить. Непокорный нрав сына, а позднее и его постоянные долги приводили к столкновениям с отцом. Неодобрение маркиза вызывали также постоянные любовные приключения молодого графа, у которого недостаток красоты с лихвой компенсировался бесконечным обаянием и бурным темпераментом. Из-за постоянных головокружительных романов ему пришлось даже покинуть полк, отец выхлопотал королевское предписание, и вскоре 18-летний Оноре был заключен в крепость на острове Ре. Из заточения ему помогло выбраться желание отправиться в составе военной экспедиции на Корсику. По возвращении с этого острова состояние молодой жены Оноре, Эмили де Мариньян, было тут же промотано. Любовные романы, а также преследования маркиза возобновились. Молодой граф вместе с женой и маленьким сыном были сосланы сначала в Альпы, а потом Оноре был заключен в качестве узника в высокогорный форт Жу. Но граф де Мирабо пользовался там определенной свободой и мог посещать высшее общество соседнего небольшого городка Понтарлье. Там он познакомился с молодой маркизой Софи де Монье, супругой знатного, но весьма престарелого человека. Оноре обольстил красавицу, влюбил ее в себя, сам влюбился, и возлюбленные бежали вместе.
после серии головокружительных приключений они оказались в Голландии, а оттуда были высланы во Францию и предстали перед судом. С большим трудом Анаре удалось избежать смертного приговора, а Софи – пожизненного заключения в монастыре. Впрочем, вскоре после освобождения их любовная связь завершилась, поскольку Анаре охладел к своей возлюбленной. Эти превратности судьбы отшлифовали характер Мирабо. Громкие судебные процессы и прекрасный дар трибуна сделали его необычайно популярным среди народа. Литературный дар наблюдался у Мирабо с молодых лет. Он проявил его в многостраничных трактатах, написанных ради так называемой общественной пользы, а также в многочисленных памфлетах, которые поставили его в центр политической борьбы, разгоравшейся во Франции. В центре внимания Мирабо находилась неудачная финансовая политика государства. Французские банкиры, заинтересованные в критике сменявших друг друга министерств, щедро оплачивали памфлеты Мирабо и позволяли ему тем самым жить на широкую ногу. В 1788 году, после провалившихся правительственных попыток вывести страну из кризиса, король Франции Людовик XVI объявил о созыве Генеральных Штатов Сословного собрания Франции, не собиравшегося с 1614 года. Мирабо понял, пробил его час и решил принять участие в предвыборной кампании. Он сознавал, что дворянство родного Прованса не выберет его в качестве депутата, поскольку его бурная молодость создала ему слишком одиозную, запятнанную репутацию. Тогда он предложил свою кандидатуру третьему сословию родного края. Его политическая программа была порождена произведениями Жанна Жака Руссо, Монтескье, Дидро, Вольтера. Заключалась она в ликвидации тирании и абсолютизма в стране, в создании парламентской монархии, в защите свободы и равенства. Безошибочно выбранный лозунг национального единства, большой ораторский и актерский дар привели к тому, что Мирабо был триумфально избран от третьего сословия в качестве депутата Генеральных Штатов. По приезде в Париж Мирабо сначала слегка затерялся среди политиков столичного масштаба. Но, впрочем, одной фразой ему удалось занять достойное место среди них. В то время в Генеральных Штатах обсуждалось, каким образом совещаться и каким образом подавать голоса. Третье сословие настаивало на совместных совещаниях, тогда как король, дворянство и духовенство стремились сохранить старую посословную форму совещаний. На заседании 23 июня 1789 года королевский церемонимейстер де Брезе зачитал указ Людовика XVI, по которому всем депутатам всех сословий запрещалось собираться вместе для обсуждения вопросов. И это, по сути дела, означало разгон Генеральных Штатов. Депутаты слегка растерялись, и тут раздался сильный, властный и завораживающий голос Мирабо. Он сказал: «Вы, кто не имеете среди нас ни места, ни права говорить, идите и скажите своему господину, что мы здесь собрались по воле народа и не уйдем отсюда иначе, как только силою штыков». Тон и смысл этой реплики определили поведение собрания. Оно продолжило заседание, стало национальным, а затем и учредительным. Виктор Гюго писал об этом событии. «Эта революция испустила свой крик. Только великим людям принадлежит право произносить решающие эпоху слова».
граф Оноре де Мирабо стал безусловным лидером первого этапа революции и автором многих ее преобразований. Именно он предложил ввести депутатскую неприкосновенность, защищавшую избранников народа от королевского произвола. Большую лепту Мирабо внес в формирование национальной гвардии, в ликвидации феодальных прав на землю, в конфискации имущества церкви и в создании ассигнатов – бумажных денег эпохи революции. Однако слишком активное участие низов в развитии событий стало настораживать Мирабо. Он считал, что сильная монархическая власть нужна Франции для создания политического равновесия. В апреле 1790 года Мирабо заключил секретное соглашение с королем и стал тайным, но весьма высокооплачиваемым советником двора. Эта двойная игра позволила ему при дворе проводить интересы учредительного собрания, сменившего Генеральные Штаты, а в учредительном собрании также исподволь отстаивать интересы королевской власти. Впрочем, неумолимая логика революции отталкивала короля в прошлое, но падение монархии произошло уже после смерти Мирабо. В конце 1790 года здоровье его пошатнулось. Врачи не сумели вовремя поставить диагноз, и в апреле 1791 года Мирабо скончался от запущенного перитонита. Ему было всего 42 года. Любовь народа к Мирабо в этот момент была огромна. Во время его болезни люди усыпали улицу перед домом, где жил Мирабо, песком, чтобы неосторожные шаги прохожих или стук экипажей не потревожили страждущего. Мирабо был первым, чей прах был похоронен в Пантеоне, храме великих людей Франции. Такое решение было принято в период Французской революции. Однако он же стал первым, чей прах покинул этот храм после того, как шокирующая связь между вождем революции и монархом стала известна. Но тем не менее граф Оноре де Мирабо по праву внесен в списки как великих аристократов, так и выдающихся лидеров третьего сословия Франции. Всего вам доброго! Смотрите нашу программу «7 дней истории». Сегодня мы говорили о европейской истории нового времени. А завтра вы узнаете много интересного о событиях в истории стран Азии, Африки, Америки и Австралии.